Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим, сколько длится праздник Пасхи и как провести эти дни. На ваши вопросы ответит священник Андрей Кирюшкин, клирик Никольского храма города Ульяновска. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отец Андрей, наверное, мало кто знает, что вот это вот приветствие звучит 40 дней. И получается, что и праздник Пасхи столько же дней длится, да? Да, совершенно верно. Праздник Пасхи длится 40 дней, и мы приветствуем почти до самого Вознесения Господня друг друга словами «Христос воскресе». Действительно, в евангельской истории мы видим, что непосредственно после воскресения Христа, после распространения в ближайших весях вести о воскресении Мессии, Христос неоднократно являлся своим ученикам. И дальним ученикам, которые только воспринимали издали, слышали его учение, и ученикам самым ближайшим, которым являются и жены мироносицы, и апостолы, которые пришли ко гробу после жен мироносиц, и те люди, которые душой своей, сердцем воспринимали эту весть о том, что тот, кто исцелял, тот, кто воскрешал мертвых, тот, кто пострадал на кресте, будучи распятым своими одноплеменниками, по сути, которые должны были принять Мессию, встретить его, и те, кто неделю до распятия кричали «Осанна», те его и распяли. И вот эта весть о воскресении Христовом, конечно, по-разному откликалась в сердцах людей, как и сегодня, да, в течение 40 дней приветствуем словами друг друга «Христос воскресе!». Кто-то с бабочками в сердце воспринимает это приветствие, никогда от него не устает, и это не становится чем-то обыденным. А кто-то действительно воспринимает это, ну, вроде известно, да, что воскрес, вроде уже оповестили, некоторые так и шутят, уже сказали, что Христос воскрес. Но для христианина это дорогие слова, потому что это надежда на жизнь вечную. Ведь вокруг нас столько скорбей, столько боли, что вот эти слова, они нас как бы бодрят и настраивают именно на этот воскресный лад. И действительно, с одной стороны, 40 дней празднуем Пасху-то, вспоминая о том, как Господь являлся, а с другой стороны, в течение года каждое воскресенье вспоминаем Пасху Христову. Поэтому вроде бы и 40 дней празднуем, да, это так, но и не совсем так. Весь год по воскресеньям особые песнопения поются в храме. «Воскресенье Христово видевши» – такое песнопение. Те, кто знает, в храм ходят, они знают это песнопение. Действительно, не зря этот день недели называется воскресеньем. Весть о том, что смерти нет. Весть о том, что Господь победил смерть как начальник жизни. И хотя смерть есть такое наказание от Бога, педагогическая мера для живущих на земле, чтобы ограничить и годами вот жизни человека, как некоторым заповедным таким ограждением, однако же за этой изгородью под названием «страшным смерть» есть другая жизнь, качественно отличающаяся от той, что есть на земле. Есть весточки об этом непрестанно приходящую на землю через верующих людей, которые говорят о том, что действительно тот мир есть. Кому-то и родственники возвестили, кому-то видения были. Конечно, сразу человек становится среди людей некоторым изгоем, когда рассказывает о своих чудесах. Но на самом деле в церкви действительно людей таких много, которые пришли через непосредственный призыв, а в частности через призыв Господа о том, что Он воскрес, о том, что Он даровал вечную жизнь всем нам. Поэтому 40 дней празднуем, но и весь год вспоминаем. Но все-таки как сохранить вот эту пасхальную радость в течение 40 дней и дальше? А вот, как я уже и сказал, да, воскресенье – это день, когда мы останавливаемся среди суеты и забот и вспоминаем о том, что жизнь наша земная, она ограничена, здесь мы только гости, здесь мы странники, а есть жизнь вечная, торжествующая. И не зря воскресенье – это выходной день, даже у светских людей. То есть день, когда мы останавливаемся и говорим себе «стоп, надо отложить все заботы», там, ремонты, дачи, работу повседневную и обратиться к вечным ценностям, к ценностям своей души, заглянуть, что там, прибраться в своей душе.
Может быть, какие-то у нас в душе есть именно проблемы. А проблем какого характера? Недосказанность с ближними, кому-то не помогли, всегда отлагали это сделать. Вот воскресенье – тот день, когда надо отложить как раз то, что касается нас, любимых, и заняться теми, кто рядом с нами. Вот как вести себя в храме, вопрос есть от зрителя, в эти дни. Слышала, что на Пасху нельзя делать земные поклоны в храме, но ведь очень хочется выразить свое благоговение перед святыми дарами, перед причастием. У нас в храме многие прихожане кланяются. Почему даже священники говорят об этом по-разному? Действительно, есть каноны церкви, которые говорят о том, что в определенные дни года поклон делать нежелательно. Но и пасторская практика, с другой стороны, показывает, что к замечаниям мы должны быть крайне осторожны. Поэтому, если человек заглянул на Пасху раз в год, и у него случилось там горе, беда, или он действительно покаянное чувство нахлынуло в этот момент, ну как подойти и сказать человеку, не кланяйся там, нельзя в этот день года кланяться. Это его порыв, и остановить здесь никак нельзя. Поэтому те, кто знает, ходят в храм, они действительно не делают поклоны земные, воздерживаются. Кто-то делает в порыве сердечном. Вот. Поэтому здесь сложно как-то под канонику все это подогнать и сказать, вот делайте строго так, иначе мы вас там осудим или епитимию какую-то наложим, то есть наказание церковное, прещение. За это не полагается никаких прещений. Кто делает, пусть не осуждает того, кто не делает, и наоборот. Вот какие-то, может, еще особенности есть этих пасхальных дней? Пасхальные дни в богослужебном смысле, они наполнены радостью, они наполнены восхищением событием, которое произошло, Христом воскресением. И действительно, и службы отличаются. Сами царские врата, которые обычно только в определенные моменты службы открываются, они открыты всю седмицу до самой вечерней субботы, символизируя, что каждый человек призван войти в общение с Господом, приглашен на эту пасхальную трапезу. Ну и, соответственно, службы такие яркие, службы радостные, с многократным возглашением «Христос воскресе», с пением, с многим светом в храме. То есть служба, по сути своей, действительно радостная, отличающаяся от Страстной Седмицы или от прочих дней года. Не зря поется «праздников праздник, торжество из торжеств». Вот действительно всем своим земным мы показываем, как можем, как умеем, свою радость Господу. Во вторник, 3 мая, это особенный день, Радоница, день молитвы об усопших. Вот у нас есть тоже вопрос от зрителя. Как провести Радоницу, ведь это будний день? Можно ли посетить только вечернюю службу накануне, а панихиду заказать и съездить на кладбище потом? Здесь, скорее всего, надо из обстоятельств руководствоваться здравым смыслом, поскольку сама Радоница, праздник, почему называется Радоницей? Ну, во-первых, по устоявшемуся, да, объяснению, что усопшие радуются вместе с живыми Пасхи, и живые приходят поздравить усопших с Христом воскресением. Кроме того, в уставе это отражается как первый день, допустимый для поминовения усопших по уставу. Поэтому здесь какого-то обязательства такого в смысле необходимо и очень надо. Ну нет, это порыв души, сердца, если человек чувствует и эту необходимость прийти на кладбище. А все мы, как христиане, непременно отложим все дела и чувствуем эту необходимость. Вот. Поэтому нельзя кого-то поставить в такое положение и сказать «обязан». Обязан нельзя сказать, потому что вся вера, она от сердца идет. Обязать к чему-то невозможно. Даже послушание выполняется, да, добровольно. А если не добровольно, то уже не послушание. Вот здесь также то же самое. Поэтому у кого есть сердечный такой порыв, желательно. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям в эти продолжающиеся пасхальные дни? Я бы хотел пожелать нашим зрителям, чтобы никакие известия, никакие новости негативные в нашей жизни их предостаточно, мир сейчас медийный, много разных новостей, чтобы это нас не сбивало с главного толку, с пасхальной радости и с понимания того, что все эти скорби на земле, они не вечные, они когда-то завершатся. Если человек размышляет над этим, то этим размышления не к скорби, а действительно к радости, к духовной, что у нас есть дух, душа, мы освобождены, хотя бы внутри должны быть от этих вот оков каких-то будничных. Поэтому желаю всем радости, желаю неиссякаемой
надежды на то, что действительно, воистину, Христос воскрес. Спасибо, отец Андрей. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Пасха или Светлое Христово Воскресение – самый главный праздник для православных христиан. Он установлен в воспоминании центрального евангельского события – воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых. Это праздник победы над смертью. Он дает надежду на спасение и вечную жизнь с Богом каждому человеку. Говорят, это один из самых величайших праздников, праздник праздников. И Светлая Пасха, конечно же, встречать ее в храме является большим счастьем, потому что соборная молитва и радость, которая сегодня переполняет сердца всех прихожан, она дает еще большую радость. А воскресение Господа нашего Иисуса Христа наполняет ее души. Православные христиане во всем мире с нетерпением ждут Пасху и готовятся встретить ее должным образом. Существует множество добрых пасхальных традиций. Обязательно мы в семье красим яйца, и дети тоже любят это делать. Куличи печем, Пасху делаем. И традиция этот праздник – это славить Христа воскресшего. И мы это делаем с друзьями, с соседями, с родственниками, с тем, с кем хорошо, тепло в этот день. Однако главная традиция – это посещение храма и участие в богослужении. В ночь с 23 на 24 апреля митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил праздничное пасхальное богослужение в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Светлая пасхальная заутрення в Вознесенском соборе началась в полночь, то есть в самом начале нового дня. Затем духовенство и все молящиеся совершили торжественный крестный ход вокруг храма под радостный трезвон колоколов. Остановка перед закрытыми дверями храма символизирует предстояние ухода во гроб Спасителя. После этого звучит радостная весть о воскресении. За литургией в день Святой Пасхи на разных языках читается первая глава Евангелия от Иоанна, в знак того, что апостолы проповедовали Слово Божие всем народам. Митрополит Лонгин прочитал это Евангелие на греческом языке. Прозвучало также на латинском, древнееврейском, чувашском, татарском, мордовском и русском. В конце службы митрополит Лонгин освятил артос. Так называется пасхальный хлеб, который будет находиться в храме в течение всей Светлой Седмицы. Пасхальное богослужение посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он поздравил православных ульяновцев с праздником Светлого Христова Воскресения. Пусть Светлая Пасха принесет в каждый дом, в каждую семью радость и любовь, объединит нас в стремлении к укреплению социальной справедливости, к миру и взаимопониманию. Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья. Церковь называет сегодняшний день праздников, праздник и торжество торжеств. Я сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Христовой. Господь вновь привел нас дожить до этих радостных, светозарных дней Христового Воскресения. Пусть наша жизнь всегда будет озарена этим светом воскресшего Христа Спасителя. Я желаю всем нам мира, счастья, любви, здоровья, радости и утешения для всех тех, кто нуждается в этом утешении. Вечером 24 апреля, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Лонгин в сослужении духовенства и епархии совершил Великую Пасхальную Вечерню в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Пасхальная Вечерня – это радостная и торжественная служба, посвященная воспоминанию чудесного явления воскресшего Господа своим ученикам, когда горечь и смятение у апостолов сменила радость встречи с воскресшим Учителем. По традиции, в этот день состоялось награждение клириков и мирян церковными наградами. На автобусе в собор были доставлены беженцы из города Мариуполя, проживающие в трех пунктах временного размещения. Для них была проведена экскурсия по территории Спасо-Вознесенского собора. Вместе с прихожанами они приняли участие во встрече Великой Святыни – благодатного огня из Иерусалима. Духовенство и прихожане ульяновских храмов зажгли от него свои свечи и лампады. Oh,
частицу этого воскресения благодатного огня мы приносим домой, зажигаем лампады и тем самым имеем частицу вот этой вот радости, вот этого света, благодати, который принес Господь своим воскресением в этот мир, чтобы осветить его, да, поэтому не случайно последнее песнопение, одно из последних песнопений, которое вот поется на пасхальном каноне, это «Светись, светись, Новый Иерусалим». И вот этот свет, который воссияет вот из гроба Христова, символизует вот этот благодатный огонь, который привозится с Иерусалима и является источником благодати воскресшего Христа Спасителя. Экскурсия по собору и торжественное богослужение со встречей благодатного огня не оставили гостей равнодушными. И мы очень вам благодарны. Меня аж плакать хочется от радости. Ну, как бы приехали, мы думали, раз, и все, и домой. Вот. А так как такая экскурсия очень красивая, очень понимает, очень, вы знаете, такое впечатление, я не чувствую разницу, что я была там и что я здесь. Люди как люди, мы настолько одинаковы внутри, и даже внешне, вот серьезно. Пасхальные торжества будут проходить в течение последующих 40 дней, вплоть до праздника Вознесения Господня. Сергей Николаев, Владимир Бучинский, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.